тебе явно дышит. Ну, интересно, реакция твоя. Навстречу ветер резко задует в лицо тем, кто будет на фронте под вечер, что люблю я тебя горячо, тем, кто будет на фронте под вечер, что люблю я тебя горячо. Мы ушли от проклятой погони, перестань, моя детка, рыдать, нас не выдали черные кони, вороным нас теперь не догнать, нас не выдали черные кони, вороным нам теперь не догнать. Thank you.
Вся ангели летают, пастыри играют, чудо, чудо увидают. Мы рожденному Богу поклонимся. Слава Вышней, слава Вышней, Ему возгласимся. Христос родился, Бог воплотился, ангелы летают, пастыри играют, чудо, чудо. Фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница», руководитель Андрей Давыдов и Борис Березовский. Дорогие друзья, завершена программа первого отделения концерта. Продолжит нашу встречу с музыкой под небом Елабуги музыкальный антракт. Подготовленный в этом году организаторами фестиваля «Антракты» проходит в джазовом формате. Музыкальный джазовый антракт традиционно сегодня пройдет вместе с пианистом, джазовым импровизатором, лауреатом международных конкурсов Олегом Акуратовым и коллективом известных мастеров московской джазовой сцены «Trio Horizons». Дорогие друзья, все 4 насыщенных фестивальных дня дарили жителям и гостям города Елабуга красоту и величие музыкального искусства. Около 200 музыкантов из России, Бельгии, Голландии, Франции и Израиля выступали на этой прекрасной сцене. Еще раз с удовольствием озвучу имена этих музыкантов. На открытой сцене Елабуги выступили всемирно известные исполнители, виолончелист Александр Князев, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, пианист и джазовый импровизатор Олег Акуратов, который скоро появится на этой сцене, пианист Юрий Мартынов, скрипач Никита Брисоглебский, солистка Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, пианист Константин Емельянов, а также знаменитые коллективы, ансамбль «Кристал Трио», руководитель Игорь Скляров, Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» под руководством Рустема Абязова, камерный оркестр Игоря Лермана, камерный хор Республики Татарстан, руководитель Милёша Атаминдарова, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», руководитель Илья Дербилов, трио «Horizons», руководитель Михаил Шумаков, ансамбль старинной музыки «Мадригал», руководитель Александр Суетин, брюссельский танго-квартет под руководством Майкла Гудмана и только что на этой сцене мы еще раз их поблагодарим. Ансамбль старинной казачьей песни «Вольница», руководитель Андрей Давыдов. Года очень теплая, очень уютная и замечательная, конечно. Вот, мы сегодня начнем нашу программу с композиции, которая была написана здесь, в Елабуге. Ее написал замечательный гитарист Уэс Монтгомери, он сюда приезжал. Вот, и написал
захотел написать мелодию, которая основана на пентатонике. Что такое пентатоника, вы, естественно, много из вас знают. Вот. И называется эта пьеса «Road Song» — «Дорожная песня под небом Елабуги». Исполняется впервые здесь, на третьем международном фестивале «Летние вечера в Елабуге». Thank you.